Напоминаю, снизу есть пирожки, шляпа. Всем привет, мы поем. На первом этаже. О! Там вот мой. Вон оно. Мы... Нам с нами болтал вот этот пират. Ну, пока. Он даже нам разрешил поговорить в микрофон и позвонить в звонок. Вы можете не верить, а можете верить. Но мы решили тогда съемку не включать. Вдруг он не захочет сниматься. И с нами не станет... Ну, короче, еще долго до этого было. Я же говорил, тут барная стойка есть. Шляпа. Сними меня, Кать. Кать, сними меня, пожалуйста. Я возьму, пожалуй. О, пистолетик морской. Все, я пошел. Он реально стоит. Я. Ты не хочешь всем привет сказать, не знаю. Умри. Господи. Бам, бам. Сатана! Это ты зубил сатаны? Нет, на меня напала сатана. О, тут хованский пиво пьет. Там хованский пиво пьет. Там хованский пиво пьет. Вот там хованский пиво пьет. Что там, реально хованский пиво пьет? Сатана вернулся. Стоп, как реально? Подожди, я правильно одел? Да сатана, хватит меня колоть этой штукой. Я тебя застрелю, сатана. Сатана вернулся на землю. Боже, что за безумие? Это мат тут. Подождите, надо заснять хованского. Вот его пивасик там. Где пиво? А, вот оно. Вот. И он его пил, надеюсь, вы это заметили. Тут хованский. Лунная дорожка. Бой! Бой пиратов! Кто же выиграет? Скажите привет, пираты! А то я вас застрелю. Съемка. Умри, сатана! Слушай, сатана, иди! Да хватит мне резать своим кинжальчиком! У тебя кость мамонта, ничего не знаю. Или кого это кость? Ну, в принципе, я могу... Там хованский пиво еще пьет? Да не ломай, ты можешь сломать. Слушай, хай меня бить. У меня пистолет. Господи, мы уже снимаем 5 минут. Там Миша. Не видите, Мишу написано. Мишутка. Катя, там Мишутка.
Огонь его придет. А ты снимаешь? Да. Давай, а что, интересно? Я вас закалю, поняли? Моих подписчиков нельзя закаливать. Подписчики, я вас защищаю. Землетрясение. Какое, блин, землетрясение? Все, оказывается, это не пират, а мы-то думали. Сатана преобразился в пирата. Не шуми в приличном обществе. Ты на YouTube пойдешь, если что, это. Проколи эту дьявольскую шапку. Упортое лицо. Ой, о май гад. Тут Кира пиво пьет. Моя сумочка. Моя сумочка. А пошли, мы не показывали еще третий этаж. Да. Где мы хотели сесть, но мы тут не раз были, когда у меня не было. Ты офигел, что ли? Вот, ютубчик. Поняли, что надо снимать? Мой профил коробочка. Показывает, спирят курит. Я буду стрелять. Все, валим отсюда. Палим контору. Тут сатана. Сатана, не делай мне несчастье, пожалуйста. Да. Я пойду что-нибудь в баре куплю. Если хочешь, спроси у своего папы. Возьму свои турнилевы. Ой, ну ладно. Подписчики, вы посидите тут на пистолете, это очень удобно. Ну, видео я буду примерно полчаса делать, наверное. Сколько мы плаваем? Там, 10 лет. Я не хочу, чтобы вы получится. А? Я не хочу, чтобы это полчаса. У нас почти каждое видео полчаса. Но некоторые полчаса и 5 минут. Катя, я пират. Ура! Я ура! А мы пошли в баре покупать. Ва-ха-ха! Вон там отель как замок. Отсюда не видно, что он как замок. Когда поедем. Ну а сейчас несколько моментов, и мы пойдем в бар. Тут вот Хованский пиво пьет. Я возьму кока-колу себе. Сколько фанта стоит? А? Сколько фанта стоит? Не знаю, но я возьму кока-колу. Я знаю, вы можете менять руль. Он крутится? Он крутится, этот руль. А он там на третьем этаже. Сколько стоит? А я видел. Он... А где все? Как покупать-то? Как покупать? У меня 10 лев есть. Своих. Вот они, 10 лев. Можно фан?
кока-колы. Окей. Одна. Так, пахнет. Какая непослушная Кира. Можно кока-колу? Не стал паяться, а поэтому взял розовую. Что мне паяться, выбирать себе? Блин, карманов нет. Подержи, пожалуйста, у меня карманов. Окей. Блин, сумки нет. Надо поебать деньги. А у меня в этих штанах кармана нет. Настя взяла за помощь. Приплыли? Мы реально приплыли? Смотрите, мы приплыли. А как так быстро? Это капитан Кук смотрит на меня. Вот он. Капитан Кук смотрит уже не на меня. Господи, где наш столик? А чё всё с нашего столика убрано? Мы ж тут были.
Так. Так. Я не стал париться над трубочкой, выбрал первое, что попало, это розовое. Как приятно, скажи, даже не укачивает. Мы уже приехали. Мы плывем обратно? Мы уже плывем обратно? Блин. Настя! Вон там корабль похож на куб. Подожди, поснимай, как я кувыркаюсь, потом я как ты. Ой, подождите, ребят. Саша кувыркается. Саш, меня засмеет. Скажи, какая это маленькая экскурсия. Если бы мы завернули вон там, было бы больше. Саш, сними меня. Окей. Ты мой пистолетик взяла, давай. Если ты не подпишешься, если ты не подпишешься на наш канал, то мы тебя застрелим. Застрелим. Да, дай мне пистолетик. Ты не подписалась на канал, умри. Ты его смотришь, но ты не подписалась. Вот что делает Александр Корнев, владелец канала. Умри, сдохни. Ты подписалась? Не подписалась, умри. Пират, ты подписан на... А, ты же дикий пират, ты не знаешь, что такое просторы Ютуба. Сейчас тебя. Слушай. Ты подписалась на канал Сила не подписки на каналы? Она сильнее. Мы сегодня хотели снять Бенбузл за 20 лет, но потом перехотели, но... Потому что мы пошли на канал. Нет. Ты что снимаешь? Не потому что, а просто, ну, я подумал, тратить неохота, короче. И вот... Как мы отпразднуем 3 подписчика, уже, кстати, 4. Серьезно? Смотри, сколько посмотрим. На чем? Сколько смотрит тебя? На разных. О! Эта шляпа отстегивается. Вау. Ее можно вот так снимать. О, круто, понял. Понял! Хватит мою шляпу гнуть. А я пират, у меня даже. О, что-то я сильно светло включил, ну ладно. Саш, потом меня сфотографируешь? Ну, когда видео закончится. Мы приплывем и сфотографируем. Нет, а давайте под музычку танцуем. Танцуют все. Тут-тут.